Привет всем! Хочу немножечко рассказать по поводу вот этого альбома. Многие задают вопрос, правда ли, что был такой альбом, который Юрий Клинских, то есть мой папа, создал его, вклеивал, такой уже старенький, потертый. Он собирал все вырезки, которые непосредственно были связаны с группой его, с творчеством, ну, то есть с интервью какие-то, с концертов. Вклеивал вот такие фотографии, хит-парады, какие места были заняты группой «Сектор Газа». Ну, в общем, много всего интересного. И в конце в самом, ну, конечно, были недоклеены. Это обложки CD-дисков, даже вот этот кассет есть. Поэтому я хотела продолжить все это, дальше вклеивать. У меня куча всякого материала еще, который папа вырезал и собирал. И вот я думаю, что на несколько статей и вырезок, я думаю, вот хватит альбома. Поэтому вот такой вот раритет, кто просто спрашивал про него. Есть еще катушки. Вот. И вот такие винилы. Оригинальные, еще записаны были на Gala Records, 91 год. Вот такая красота. Просто многие у меня спрашивают, поэтому вот решила вам записать такое видео, экскурсию такую раритетную. Так, по поводу тетрадок. Я думаю, вам будет не менее интересно увидеть тетрадки, которые написаны рукой папы, которые были написаны, ну, практически всегда в ночи. То есть папа закрывался в комнате и писал ночью тексты. Причем, ну, наверное, все уже, даже многие знают за то, что ему давалось это все легко, быстро. Ну, не считаем последнего альбома, который очень тяжело писался. Вот, поэтому вам такую экскурсию проведу по тетрадкам. Ну, мои тут, конечно, рисунки есть. Вот. Тетрадки. Это 90-го года. Дальше. Это вот именно не то, что как пишем мы на черновики, да, а потом все это в чистом виде, как в школе, знаете, переписываем на чистовики. На самом деле все было вот написано так, как есть. Где-то зачеркивалось, где-то добавлялось, поэтому на вес золота такие тексты. Я каждый раз пересматриваю и просто восхищаюсь. Каждая песня, каждый текст написан был ежедневно, просто писался каждый альбом. Поистине великий человек. Такая память просто о нем. И еще хочу показать вам блокнотик, тот самый блокнотик. Но это еще есть тетрадки, где папа записывал, именно писал города, куда ездил, списком. То есть это дата была, год, и по всем городам, где они проезжались. Но мне кажется, это не все, потому что на самом деле есть огромных размеров. Сейчас я вам покажу. Карта. Ну, сегодня такая домашняя обстановка, домашний архив. Есть такая карта, на которой я тут ее заклеила, на которой папа отмечал ручкой такими жирными точками, где он был, где они гастролировали, выступали, ездили, ну просто отдыхали. Вот, на самом деле, карту даже хотела повесить на стену, так как мы делали ремонт, и в комнате все изменилось. Думаю, все равно к сыну в комнату ее попробовать повесить в рамочке. Такой красивый, такой памятный раритет. Ну, в общем, провела сегодня небольшую вам экскурсию. Скоро будет новое видео, ждите.